10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Lion. Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Добрый-добрый-добрый день. Начинаем наш воскресный стрим. Команда 5EVER против MVP Phoenix. Азиатский дивизион. И на данном этапе уже по 3 игрока забрали команды. У MVP Phoenix в пик отходит Акс, Вич, Доктор и Леон. 5EVER ответили Бэтрайдером, Vengeful Spirit, Штормом и Ancient Operation. Ну, в бане, собственно, персонажи вы видите. Особенно не буду их перечислять. Антимаг, MVP Феникс, прибирает к своим рукам данного персонажа. Ну, по-моему, роскошно. Действительно роскошно. По пику у MVP Феникс очень рабочая комбинация. Есть план А, есть план Б. Все планы, собственно, есть и все можно реализовать. У 5EVER тоже, в общем-то, стратегия как некая прослеживается. Ну, везде, где есть Ancient Operation, везде прослеживается некая стратегия. Через шторма, через аппараты все это можно делать очень быстро. Ну и при возможности шторму насобирать несколько серьезных артефактов на ману и врываться на пол карты, понятное дело, что это верный фраг в паре с ультом аппарата. Что ж, ждем пятого бана. Кого вообще нет у Фениксов? У Фениксов мидера нет. И 5EVER наверняка именно данного персонажа будет у нас банить, а у 5EVER не хватает кор-героя, мейн-керри нет. Да, Траксу решили забанить, увидели, что здесь все рейнджевые, и надо как-то с этим справляться. Опять же Венга в пике, которая дает ауру мощнейшую для рейнджевиков, плюс Тракса, действительно были бы неприятности MVP Феникс. Ну что, Faceless Void от 5EVER. Вот теперь с антимагом будет кому разговаривать. Кор-герой более чем отличный. Тут уже посмотрим. Тут уже от реализации все зависит. Ну, где-то вокруг да около. Супер-супер лейта ходит у нас, что Faceless Void, что антимаг. Ну, у всех шансы эту катку затащить примерно равные. Ну, как по мне. Опять же, Faceless Void переворачивать может. Да и антимаг. Относительно может, но антимаг более зависим от артефактов. Faceless Void все-таки имеется нереально крутой скилл. Я, конечно же, говорю о хроносфере, которая способна полностью игру с ног на голову перевернуть. И Ancient Operation тот же, который в хроносферу будет ульту запускать. Ну, у 5EVER комбинация повменяемее немного. Но надо теперь какого-то мидера, я думаю, даже по типу Магнуса, взять команде MVP Phoenix. Как по мне, просто собирать всех вместе, собирать под Акса, под Вич Доктора и Леона, ну и антимаг туда в кучу. Магнус, по-моему, здесь аж просится на мид. В принципе, два саппорта хороших есть, керри хороший есть, оффлейнер тоже вменяемый есть. Ну, я целиком и полностью за Магнуса в пике. Ждем.
30 секунд. 30 секунд осталось, и ждем последний пик. Пока думает у нас MVP. Действительно, по мидеру тут вопросы. Вопросы большие. Death Prophet. Никаких Магнусов. Хрупкая мертвая женщина. Death Prophet отходит у нас для MVP. Ну, собственно, по пику. MVP Феникс весьма разноплановый фиг и действительно зависит от реализации. У Faceless от реализации, от какого-то вменяемого фарма и каких-либо артефактов, которые вывезет MVP Феникс в процессе файта. А по факту у команды 5EVA есть стратегия. И стратегия это основана на куполе, основана на Ancient Operation, ну и на шторме, который летает по всей карте под ульт того же аппарата. Опять же, Бэтрайдер, ну, короче говоря, не на масс ульты и не на дэмэдж. Такая стратегия. Не сработает одно, сработает другое. Не сработает другое. ГГВП, go next. Ну, собственно... Да, у нас начало, и начало сразу же по сложившейся азиатской традиции заканчивается с двух отвалившихся игроков с одной стороны и одного с другой. Ладно, давайте вам расскажу, что там по турнирной таблице у нас. В MVP Phoenix 11 поинтов, они на первом месте, у них 8 игр, 11 очков, то есть все хорошо относительно. 5 ничей, 3 победы, 0 поражений. И их оппоненты 5EVA. Одна победа, 5 ничей, 1 поражение, 7 очков. Ну, в любом случае, 5EVA у нас фениксов никаким образом не догоняет. 5EVA максимум, что может сделать, это продвинуться в серединку куда-то. Вот. А вообще там рубка должна быть лютая. У нас сегодня на повестке, секундочку, скажу, какой матч. Да, у нас сегодня после этого матча Rave Signature, и много будет зависеть от выступления рейвов. Рейвы на втором месте идут на данный момент. Собственно, отстают всего на один поинт. Если вдруг здесь неудачный MVP Phoenix выступит, то Rave уже наступает на пятки и может опередить фениксов легко. Ну, понимаете прекрасно, что... Плотнейшая, собственно, у нас история. Там и Invasion точно так же с 10 поинтами ждут, когда оступится Rave, когда оступится MVP Phoenix. У них тоже 10 очков и такое же количество игр. Ну, вся тройка лидеров у нас будет играть сегодня. Будет играть Rave, будет играть Invasion. 5EVA сегодня два матча отыгрывает. Сначала против MVP Phoenix, потом против Invasion. Короче, 6 часов нон-стоп азиатской доты. Но азиатский дивизион уже постепенно подходит к концу. У нас вчера европейский дивизион закончился, группа Б. Там лютейшие катки были между Empire и Непами. По факту Empire сравняли счет по очкам в турнирной таблице. Они на 2 поинта отставали от своих оппонентов, можно так выразиться. И сравняли по очкам свое положение, по 11 очков стало обеих команд, играли тайбрейк, и в тайбрейке Empire третью катку слили. Две первые выиграли, причем выиграли уверенно и с ощутимым преимуществом. Ну что, все, вроде бы все готовы. Собственно, можем начинать. Или не можем? Что-то не так, да? Опять какие-то проблемы. Ну ладно, собственно, что тут еще? Да, Войда наконец-то забрали у нас. Все. Команда 5EVA укомплектовалась, MVP тоже своих персонажей разобрали. Ну, посмотрим расстановку на лайнах. Теперь поинтереснее дела будут обстоять. QQ, я думаю, отправится у нас на миде на Death Prophet. В легкую пойдет фармить антимаг у нас при помощи Witch Doctor. Ну,
Фэби туда же. И, естественно, Марч отправляется на сложную на Аксе. Ну, к Фене проблем вообще не должно быть, я думаю, на лайне. Особо его Бэтрайдер здесь не напрягает. Ну и два саппорта. Два саппорта вместе со Станом, вместе с Хилом, вместе с Хиксом. Да, у Фени, я думаю, великолепно будет идти фарм. Толком там Бэтрайдер даже не пикнет. Ну, интересно, конечно, посмотреть за DS Profit против Шторма. Пока что шансы у них относительно равные. Но я думаю, там что Шторм за счет скиллов, что DS Profit за счет скиллов. Крипов своих забирать будут, правда, Deny не очень хорошо, я думаю, будет получаться. Потому как прекрасно понимаете, что такое Swarm и что такое Remnant. Кучу дэмэджа там сильно с руки не заденаешь. Марш приготовился сражаться за топ-руну. Миракль его уже ждет. Нашел Миракль приключение для себя. Кью-кью начинает у нас с Мираклем бодаться. В итоге Миракль забирает руну. И эту руну конвертирует в собственную смерть. Кому это было нужно, зачем это было нужно, непонятно. Также у нас Ancient Operation отливается на первых же минутах. Плакали чьи-то рарочки. MVP начинают этот матч со счета 2-0. Очень-очень просто. Марш на сложной в окружении Войда и в окружении Ancient Operation. Здесь на легкой Кфене у нас против Бэтрайдера стоит. Ну, по лесу гуляет Нац вместе с Фэби. Ну, отваливается у нас опять Войд Вич-Доктор. Короче говоря, тухля какой-то на ранних минутах. Файфэва уже 0-2 проигрывает. Это даже немного странно. Давайте глянем, что там кто позабирал. Ну, Кио забирает. И забирает Нац. Первый фраг. Ну, Нацу, понятно, на саппорты. А у Кио ранняя банка появится. И Шторм будет по факту проседать. Хотя Шторму, по-моему, уже... Да, Шторму уже летит банка. Но в любом случае, на 1-0 талисман здесь у DS Profit больше. Значит, и фармить можно повменяемей. Все, возвращается Фэби. Можем... Нет, не Фэби. У нас, по-моему, отваливался Нац. Да, Нац возвращается в игру. Можем начинать. Я понял, какие-то проблемы со скайпом у ребят. Что ж такое, что ж в этой Азии творится у людей? То компьютеры разваливаются, то интернет отпадает, то DDoS, то еще какая-то ерундистика. Теперь скайп. Ну, каким файлообменником, ребята, интересно, пользуются во время игры? Что, давайте общаться в чате, как у кого день вообще прошел. Расскажите, как выходные? Что вообще веселого? Какие матчи смотрели, что в доте интересного происходило, помимо Joint Dota MLG Pro League? Как там Na'Vi вчера сыграли, может кто в курсе? Не, конечно, в курсе, просто хочу проверить знания ваши. Ну, не подключается. Неужели Skype настолько критичен и... Не получится играть у нас без общения, нельзя никак это пофиксить. Даже удивительно немножко. Самое печальное, что нон-стоп это в азиатской доте происходит. Ладно, давайте тогда быстро вам краткую статистику дам по группам. В группе А европейской у нас на первом месте BBC, на втором месте Hellraisers,
А в группе Б европейской на первом месте все-таки Непы, у них 12 поинтов и 11 поинтов у Empire. В Америке Evil Geniuses 9 матчей сыграли, 15 очков заработали, ну и No Today на втором месте. Ну и в Азии MVP Phoenix на первом месте, Rave идут сразу за ними, ну а FiveEva там, собственно, в низшей части таблицы, соответственно, им уже ничего толком не светит. Ну, как не подпортить игру лидерам, это, по-моему, всегда приятно, всегда почетно. Ладно, переходим на лайны. QO уже проседает у нас очень сильно от Чибикса. По крипам. 8-1 Шторм, 4-0 у нас QO. Ну, QO терпит. Ну, опять же, здесь Сворм первого левела, а здесь Оверлот. Он не требует так много маны, но я говорю о Ремнанте, конечно. Как тот же Сворм. Поэтому спамить Чимбикс может нон-стоп. Марш просто пытается подстилить экспу. Отправляется на нижнюю руну. Здесь уже Шторм. Никто Марша здесь не ждет. Нави отжали паузу в игре. Это серьезно? Да, надо инфу прочекать. Если Нави отжимают паузу в игре, по-моему, что-то с дотой случилось. Или у кого-то с нервишками. Полнейшая беда. Ну, у нас ничего пока на карте не происходит. Две смерти от команды FiveEva были на руне, но это было еще в момент выхода крипов. Это было так давно, что уже даже не вспомню, как все происходило. Нац, бедняга, стакал, отводил крипов. И в итоге все достанется, как я понимаю, у нас Бэтрайдеру. Ну, не все, но в любом случае какое-то золото себе отсюда вырвал. Марша гоняют на сложной, пока ничего интересного не происходит. Но давайте глянем по запаку, у кого вообще что есть. У Шторма у нас банка и... Так. Феби в спину Шторму заходит. Здесь четвертый левел. Понятное дело, что Лайтнинга нет, можно и попробовать зацепить. Феби пошел погулять по реке. Странно было возможность, я думаю, через Сворм. Хотя, да, здесь маны не было у Кио. Сильно там не продамажишь. Ладно, по вещам так по вещам. У Death Prophet у нас. Ну, талисман, Boots of Speed, 500 голды на руках. И банка тоже есть, обузится через курьеру. Феби пока ничего, но зато есть сапог. Да, Транквил там не так и далеко. У Наца. У Наца ужас. Ничего вообще нет. У антимага, на котором играет Квени. 700 на руках, в курьере ничего, даже немножко странно. Ну, тут по фарму 19 на 5, да, в общем-то, неплохо, но... В итоге один стаутшилд и топорик вместе с тапком. Кио выходит у нас фейсбуцы. Быстро бегать, сильно бить. Ну, понятное дело, что для Death Prophet, для ульты это самое оно. Я думаю, в итоге мы Юл здесь увидим. Кио вообще будет быстрее всех двигаться. У Войда на топе. Тем временем, Power Threads имеется. Имеется та же история, что и у антимага. Неужели так сильно перефармливает Войд антимага? Нет, всего 200 разница. А где это золото вообще? В курьере ничего не было. Куда вкладывает у нас антимаг деньги? Не могу понять. Ну, уже на Power Threads имеется. У Войда после Power Threads 400 на руках. А разница здесь всего 200. Неясно. У Чибикса 900 на руках. Есть. Так, зацепили у нас QO. Вортекс пошел от Чибикса. Ульта от QO. Ну, даже непонятно, зачем эта ульта была проюзана. Просто, видимо, на панике. Death Prophet решила засейвить саму себя. По факту, ульта ни Тауэр не надамажила ни кого-то из героев. У Бэтрайдера появляется Транквил Буцы. Я уже испугался, что так мало денег. Возможно, даггер летит. Нет, до даггера еще далековато. На лоу хп у нас Faceless Void. Ну, живет. Марш. Заходит в толпу крипов. Надо агрить на себя Войда. Есть таймволк. Таймволк через кусты. 2-0 по-прежнему.
Надо двоих агрить на себя. Что происходит вообще с Аксом? Загрил одного Войда. По факту Войд, конечно, догорит. Но здесь Акс против Винги еще сражается в кустах. Развалил Ancient Operation. Miracle пришел подраться. Miracle, по-моему, подрался. Акса забрали, но Фэби должен с руки настрелять Miracle. Просто заюзай монодрейн на кому угодно и дай хекс. Фэби, ну почему я должен тебя учить? Ты же шаришь. Бэтрайдер в спину к Фэби, флеймбрейка нет, сбить нечем. У Миракля стан, я так понимаю, только-только. Мана на него нарисовалась, уходит. Уходит Леон из файта. В итоге потеряли одного Акса, но забрали сразу двоих героев. И целый невредимый у нас Леон. По графикам. 2000... ну, не две, где-то 1500 MVP Феникс. По экспириенсу MVP 1000 с чем-то тоже впереди. Зацепили у нас Наца, ну здесь Чибикс его разбирает. Кио уже под Cold Feet, будут дальше гнать. Засловили еще один удар, но не решается у нас Чибикс лететь дальше. Да и маны не было, чтобы не догнать, не улететь при заходе под Тавр. В любом случае забрали саппорта, и то неплохо. 4-2. По золоту вынесли около 500 файфэва в данном матче. Ребята, отпишитесь в чате, у кого еще лагает стрим, кроме парня со слабой нервной системой, чтобы мы знали, перезапускать, не перезапускать, или это какие-то проблемы с компьютером конкретно человека. Ну что, вдвоем Фэби и Мардж на... топе. Здесь опять же вдвоем против них Войд и Винга. Драка будет знатна, если, конечно, она начнется. У Войда до сих пор нет хроносферы. Вот-вот взялся 6-й левел. Ждем хроносферы. Да, хроносфера появляется. Ну, теперь можно и подраться. Марши цепляют. Стан от Винги. Хроносфера сразу по двум. Надо бы оставить Акса и пойти разваливать Фэби. Ну... Фейслес Войд не очень сориентировался у нас, в итоге забрали только Акса. А могли, в принципе, двум саппортам оставить того же Акса, развалить его достаточно быстро. Через тот же Cold Feet все бы получилось. В итоге Ancient Operation у нас трещит по швам. Кио уже здесь, врывается Чибикс. Cold Feet под ноги Фэби. Дальше погоня за Леоном, Леон рассыпался. Один в один, два в один. Вингу забрали, Нац бежит, себя хилит. Кио недалеко. Сворм есть, тут одним свормом не справится. Касок нет. Как же плохо, что нет касок у нас у Наца. В итоге Чибикс на хосте отсюда уходит, ну и должен уходить отсюда Воид. Ну что там, сколько на сколько? 2 на 2 подрались. По золоту ничего вообще не изменилось, по экспириенсу тоже практически ничего не изменилось. 6-5 общий счет. 2000 впереди MVP по золоту, по экспириенсу практически в ноль. Фенни уже подошел ковырять тауэр на топе. Ничего не боится, все у него хорошо. Ring of Health имеется, 930 на руках. Я думаю, что это выход в Battle Fury. Но очень бы хотелось выход видеть в Battle Fury. В общем-то, какие-то фармящие антимаги и антимаги, которые убивают по многу, мне более симпатичны. Фенни не смог ренжевого крипа передонайте. Теряет тауэр. Теряет тауэр, отдает его крипу. В итоге со злостью убивает крипа своего же. Но не он явно виноват в том, что Кфени не доконтролил вышку. Ладно, в любом случае Т1 на топе упал. Собственно, все, по лайнам. Нет, на миде еще упал Т1 у команды Файфэва. Антимаг отправляется фармить вниз. 1400 уже на руках у Кфени, пока курьер, по-моему, ничего ему не несет. И значит, что никаких Vitality Booster прилетать здесь не будет. Ну, в принципе, еще рано об этом говорить. Ждем. Как только появится Broadsword или Claymore, тогда будем разговаривать. Втроем команда MVP выходит на нижний лайн. Death Prophet пока что экзорциз не юзает. Кио ждет какого-то врыва со стороны команды 5EVA, но мне кажется, это... не вполне возможно. Хотя под смоком на миде проюзали смок. Будут заходить в спину. Здесь уже стоит Бэтрайдер и готовится ворваться. Имеется дагер. Надо просто кого-то зацепить. И, наверное, Кио первая жертва. Сюда же пошел у нас ТП. Закрывают двоих
в хроносфере. Нац и Фэби у нас постепенно разваливаются. Также развалили Death Prophet очень быстро. Где антимаг? Антимаг быстрее лесом отсюда как можно дальше. Даблкил от Войда. Доигрались, по-моему, игроки MVP. 3 в 0 по факту разменялись. 1400 даже. 1300 по золоту заработали 5F, а по экспириенсу 1500 в свою пользу. По-моему, все переворачивается. Тут небольшое преимущество было от MVP Феникс. Теперь это преимущество станет критично маленьким. Ну и сразу же выходят на Тауэр. У Вайда уже имеется Mask of Madness, есть Power Threat. Что там у нас у Кфени? 2000 на руках. Подпушивает в это время мидлейн. Здесь уже сразу три игрока команды MVP Phoenix. UO продолжает у нас гнать всю команду. Заэвейдили, отошли просто в сторону и не попали под ульту аппарата. Так бы драка могла бы явно поменять свое направление. И 5F смело могли бы разворачиваться. Ну что, удачный файт для 5F последний. По графикам, видим, чуть-чуть изменилась ситуация в их пользу. Ну, теперь опять понемногу MVP где-то свое отставание сокращает, где-то свое преимущество наращивают. Но MVP выше классом, как ни крути, они это и в групповом этапе показали. И процент побед у них выше. И... Да и вообще увереннее себя чувствуют. И по кадровому составу тоже посимпатичнее будут, чем 5F. Miracle это, конечно, прекрасно, но... Как-то Miracle вокруг себя собрал ребят и не может добиться хоть какого-то результата более-менее хорошего. 12,5 минут сыграно, 8-6. Давайте пройдемся по нашим мажорным ребятам, у кого сколько денег. Посмотрим, у QO на данный момент уже имеется Staff of Wizardry, Null Talisman, Facebook, Бутылка. Ну, выходит в Yule. Вообще NetWorth 6300 обгоняет Войда на 1000. Антимаг обгоняет у нас Войда всего ничего на 100 голды. Это немного, ну, антимага совсем чуть-чуть остается до Бродсворда и Battle Fury. В итоге у Faceless Войда появляется Аквила после Мома. Немножко странная сборка тут. Аквила нужна ли, не нужна была вообще Faceless Войду? Ну, наверное, нужна, собственно. Так ману особенно Войд не юзает, но если где-то таймволк проюзать и не хватит тебе на хроносферу, это, конечно, будет обычно. А тут Аквилу прикупил, и дэмэдж есть, и постоянно регенится, постоянно фуловая мана. Опять же, да, Войд от одного ТП у нас бы сильно проседал. Ладно, ульта у нас пошла в Акса, но Акс перед, после ульты нашел чем ответить. У Акса немножко более точная ульта и более дамажащая. Марш очень быстро развалил у нас аппарата. Войд, хроносфера по одному Фэби. Надо как-то сейвить своего тиммейта. Фэби, Хекс по Аксу сразу же. Ульта пошла от Леона. Фэби нашел чем ответить на хроносферу. В итоге Чибикс Киллинг Спри зарабатывает. Пока что драка 1 в 1. Гонят дальше у нас Бэтрайдера. Если чем стопить, каски полетели в Бэтрайдера. Здесь уже марш. Квиллинг Блейд готов. Надо просто прожать кнопку. 2 в 1. Или, наверное, 2 в 2. Нет, по-моему, 2 в 1. Сейчас глянем. Да, 2 в 1 подрались игроки команд. MVP потеряли только Наца. А здесь развалили Кор Героев, в принципе. Оффлейнера и развалили Мейн Керри. Это в любом случае в пользу команды MVP. По золоту видим прекрасно. Графики движутся в их направлении и не меняют своего движения. Ну... Войда 620 на руках. Ну, наверное, чуть ли не единственная надежда 5F. То есть от его хроносфер будет зависеть очень много. Да, конечно, и Чибик со своими врывами. Ну, аппарат это по дефолту должен пускать хорошие ульты в любую точку карты. Но то, как поставит Войд у нас хроносферу, от этого и будет, собственно, зависеть весь файт. Ну, понятное дело, зачем я вам вообще объясняю очевидные вещи. Берешь Войда, будь добр, ставь крутые хроносферы. Все, уже, по-моему, Battle Fury прилетает. Да, у Кфени уже появляется Battle Fury. На 16-й минуте тайминг плоховастенький. Конечно, поздний Battle Fury. Ну и по фарму видим. 97 крипов на 15-й минуте. Действительно мало. Кфени у нас увидели. Miracle решил сначала поорать, потом бросать стан. Ну,
Времени никто тебе не даст. На такую процедуру Стан Винга в итоге не дала. Под смоком. MVP заходят во вражеский лес. Здесь ответный смок от команды FiveEva. Увидели друг друга, просто разбежались. Зачем эти смоки? Кто кого собирался гангать? Непонятно вообще. Ну, расходятся. Все. Провязали смок. Смок слетел с обеих команд и разошлись по своим лайнам. Пожалуйста. Кфени в это время фармит и фармит вражеский лес. Это полезно для MVP Феникс. Потому как постепенно фарм у FiveEva будет ухудшаться. С минуты на минуту. Экзорцизм есть. Кьо может подраться. Врывается у нас Faceless Void. Хроносферу не ставит. Высвапывает его Miracle. Ульта пошла от аппарата. Ульта куда-то в никуда пошла. Аппарат у нас пока что фуловый. Бэтрайдер на лоу хп. Дезвард очень сильно наваливает. Чибикс отхватил. Здесь по лицу Винга отхватила Актфени. В итоге 3 в 2 подрались. Выкупается у нас Faceless Void. Пошел наваливать по спине Леону. Фени отсюда уходит. 3 в 3 пока дерутся. Поймали Марша. Марша, скорее всего, тоже развалят под Вортексом. Доминейтинг для Чибикса. Ну и Faceless Void, по-моему, в этой драке что-то доубил. По-моему, Фэби у нас достался Вайду. Подрались 4 в 3. Выкупился, конечно, у нас Void. Но по факту FiveEva все равно больше денег заработали. Один Чибикс чего стоит? 1000 голды в файте. Ну, видите, прекрасно. Что да как у нас по изменениям. Фенни отправляется на нижний лайн. Ну, его работа теперь фармить. Появляется уже Blade of Alacrity, появляется Band of Elven Skin. Совсем немного остается до рецепта на Яшу. У Войда 1500 на руках. По артефактам никаких изменений. Ну, здесь, конечно, пришлось просесть из-за байбека. У Бэтрайдера 650 после даггера. Больше пока ничего у аппарата. Нет, аппарату рано думать о Аганиме. Аппарату даже Амидасе на самом деле с таким количеством денег думать рано. У ВД тоже ничего интересного. У Леона Транквил Буцы и Урн оф Шадоу. Ну, здесь 3 килла есть. У ВД, по-моему, беда. Нет, тоже есть 2 килла. Ну, пошел комплектоваться в вес свой. Покрепче быть, потолще. У Акса постепенно вырисовывается Blade Mail. Ну и Death Prophet уже имеется. Vitality Booster. Куда у нас Кио? Ну, скорее всего, Кио у нас направляется прямиком в Тараску. FiveEva решили отправиться на Рошана. В это время у них сильнейшим образом горит Т2 на топе. После разваленного Т2 ничего не мешает команде MVP идти на Т3. Экзорцизм откатился. Все, в принципе, для этого есть. Проюзали глиф. И зачем? Да не зачем, просто время потратить. Так, здесь у нас готовится драка между Марчем и Бэтрайдером вместе с аппаратом. FiveEva забирают себе Рошана и уходит команда MVP на нижний лайн. У Кьюо 2300 уже на руках. У Войда появляется Митрил Хаммер. 530 также сверху у нас имеется. У Чибикса как дела обстоят? Есть Юул, есть Point Booster. Но Soul Ring'а нет. Куда у нас Шторм выходит? Посмотрим чуть-чуть попозже. Ну, понятное дело, куда еще Point Booster может быть? Скорее всего, Bloodstone. Bloodstone, ну, Скади нелепо, честно говоря. Да, в Bloodstone у нас постепенно начинает выходить Шторм. Со стороны команды MVP. Яша уже имеется у Кфени. Старые артефакты тоже никуда не делись. У Death Prophet 2600 на руках. После Vitality Booster. Кьо все ближе к Тараске. Акс собрал себе Blade Mail. 700 сверху. У Леона 1500 тут уже... Где-то на горизонте маячит даггер у Вич-доктора. Ну, Вич-доктора Транквилы собрались.
Так, поймали у нас Фэби. Еще кто кого поймал. Шторма. Очень быстро разнесли, сбили ему Эгис. Будет ли дальше лететь у нас Чибикс? Или понял он примерно свою ошибку? Ну, недалеко был Акс. Там несложно было поговорить на равных со Штормом. Кьюо под инвизом. Здесь сразу два человека. Можно попытаться подраться. Можно попробовать забрать Faceless Vaydar. Очень быстро разваливается у нас Ancient Operation. Хроносферу надо давать Faceless Vaydar. Нет, без хроносферы обошелся, потому что был просто под сайленсом. В итоге Кьюо своим оторванным мувом умудрился забрать двух важных героев. Ульта аппарата в файте важна. Ульта Войда, вы прекрасно понимаете, важна более чем. Ну и что, потеряют Т2, наверное. Так, врываются у нас на Марча. Марча зацепили в лассо, тащат под тауэр. Здесь только ему на руку, куча крипов. Мановойд пошел от Фени. Рассыпалась Винга. Летает в ветрах у нас Кьюо. В принципе, фуловый, можно драться. 4000 на руках у Кьюо, купи себе ривер. Да, покупает ривер Кьюо. Возможно, он сыграет свою роль в этом файте. Сейчас увидим. По факту развалили у нас еще и Вич-доктора. Пока что драка 2 в 3. Ну, по сути, не драка в 2 в 3, а следующая драка 3 в 0 в пользу команды 5EVA. Это драка между Кьюо и двумя игроками 5EVA уже давным-давно закончилась. Непонятно, как можно было подставиться на мид. Был проюзан экзорцизм. Все были фуловые, у всех были ульты. Просто иди и просто сноси Т2 на миде. Ну, переиграли немножко MVP, за это поплатились. По золоту MVP 4000 впереди, по экспириенсу 1000 в пользу 5EVA. Да. Уже имеется Soul Booster, есть также Soul Ring, совсем немного шторму остается у нас до Bloodstone. Опять же, прокнет этот Bloodstone или нет? Потому что по такой игре даже неизвестно. Где-то два раза подставится у нас шторм под Акса. Bloodstone с тремя зарядами. Все. Можно не смотреть дальше на шторма вообще. 16-й левел насобирал себе уже Чибикс. У Бэтрайдера 13-й, вторая ульта. Ну, есть Dagger, есть Форстаф. Даже постепенно готовится у нас выйти Бэтрайдер в Black King Bar. У Death Prophet тем временем собранная Тараска. 2000 по ХП. Это, в общем-то, немного. Но в любом случае лучше, чем то, что было до Тараски. Конечно, что Death Prophet с Тараской лучше, чем Death Prophet без Тараски. А у Фэби появился, наконец-то, Dagger. У Акса 1000 по голде после Blade Mail'а. Так, у нас здесь драка? Нет, у нас здесь просто крипов ковыряют. У Вайда появляется Black King Bar. У Миракля медальон, урна, ничего особенного не имеется. Бэтрайдера мы смотрели, Чибикса мы смотрели, уже готовый Bloodstone. Ну и Ancient Operation по-прежнему бедняга 0.56 идет, никакой возможности что-то сделать. Так, Кьюо у нас зацепили, Кьюо будет поднимать себя в ветра или кого-нибудь еще. Ульта пошла от Кьюо. Войду надо очень быстро попытаться развалить Кьюо. Живет пока еще Кьюо, стан поймал, рассыпался. В никуда экзорцист проюзали. Нац под Дезвардом вроде бы и месяц всех, а вроде бы и сам умирает. Фени. Куда летит Фени? Уходит как можно дальше от файта. Ему нельзя умирать. Фэби. Даггер имеется. Надо просто бежать отсюда. Даггер аут. В итоге 2 в 0 подрались. Сильно надамажили у нас Чибикса. Где еще и Акса развалили в файте? 3 в 0. 5EVA камбэчат эту игру. Все неплохо у них получается. По золоту они постепенно выходят в ноль по экспириенсу, они уже 3000 опережают своих соперников. Ну, Void это не антимаг. Void может одного-двух персонажей, трех-четырех даже выключать. Конечно, такой ульт, который есть у Void, гораздо полезнее, чем, например, ульта антимага, и это даже не обсуждается. Void 14 левел, у антимага практически 16. 15-20, давайте графики глянем. 0 по золоту. 4 с лишним по экспириенсу в пользу команды 5EVA. По-моему, MVP доигрались. Ну и Death Prophet очень мягкая, несмотря на наличие Тараски, под хроносферой сыпется. Ну, за эти 5 секунд, которые хроносфера стоит, Кьюо у нас полностью разваливается. Надо какая-то укомплектация в деф, потому что ХП это ХП, но
то, что Void делает с Death Profit, это плашкой надо закрывать 18+, и не показывать детям. По артефактам полезным, у кого вообще что появилось? У Бэтрайдера ничего нового, правда, Митрилхаммер, но это все в стэше, это пока сути не касается. 2000, так, зацепили у нас QO, лассо прошел под Фаерфлаем, горит у нас QO, ну вроде по ХП все в порядке. По одному Фэби хроносфера, может быть и прав, конечно, у нас воет, а может быть и нет. Летает в ветрах Чибикс. Чибикс может отсюда уйти, Миракл его еще к тому же высвапывает. На лоу ХП Чибикс. Заевейдил, по-моему, заевейдил Finger of Death. Пока что один Witch Doctor у нас в таверне. QO застрял здесь в деревьях. Как вообще так получилось? По-моему, делал Dagger Out и застрял, не QO, точнее, а Бэтрайдер. Делал Dagger Out, застрял у нас в деревьях. В итоге 2 в 1 подрались в пользу команды MVP. Только-только FiveEva начали поднимать голову. Начали как-то нагло себя вести, ворвались в QO в лесу, сразу же за это поплатились. По фарму, конечно, крутая ситуация у нас у Кфени, но только почему-то он не дерется. 3-2 всего счет, ну а это так быть действительно не должно для кор-героя, вы прекрасно понимаете. Ну опять, вот, только начало, Фени отсюда улетать. Миракля зацепили, пошел экзорцизм от QO, надо идти хотя бы тауэр попытаться спушить. Но опять же, должны быть близко герои, здесь у нас... Где у нас это... Так. Марш влетает в толпу, Марш разваливается. QO очень круто дамажит у нас под экзорцизмом. Ходит фуловый. Сайленс пошел по Чибиксу. Динается Чибикс. Мы это прекрасно видели. Рассыпается Т2. Экзорцизм будет действовать 3-2-1. Больше не будет. Все, улетает у нас на фарм антимаг. Ну, хорошо. Подрались в любом случае с пользой для себя. MVP опять начинают графики в свою сторону переворачивать. По экспириенсу FiveEva тоже теряют свое преимущество с 5500 до 2500. Вайт, да, появляется Blade of Alacrity. Уже есть Point Booster. Да, Void у нас отправляется в Аганим. Остается всего 1000 до данного артефакта. Не совсем, правда, понимаю логику Вайда идти в Аганим, когда экзорцизм проюзан. И ты 6 секунд стоишь, терпишь, и все твои ребята терпят. Не всегда же будут такие удачные хроносферы, когда ты не зацепишь никого из своих. Да, конечно, это уровень у FiveEva, но я понимаю. В любом случае, если в файте каком-то поймать ту же Квапу... Ой, Квапу. Death Prophet, конечно же, Баншу поймать в хроносферу 6-секундную. И где-то рядом будет стоять, например, Бэтрайдер. У Бэтрайдера будут огромные проблемы. Ну ладно, у нас Фэби разваливается здесь потихоньку, хотя Фэби еще живет. Марч загрел на себя у нас Войда. Войд БКБ и бежать. А Фэби не собирается отпускать у нас Войда. Не надо быть таким наглым. Миракль высвапывает у нас Войда. В итоге малой кровью отделалась команда FiveEva. Слэм данк по голове. Рассыпался у нас. Рассыпалась у нас Винга. 21-23. За Вингу 500 золота заработали игроки MVP. Графики продолжают идти в их сторону. По экспириенсу они уже догнали FiveEva. Сейчас начнут перегонять по золоту. Почти на 4000 обгоняют своих оппонентов. Ладно, у Шторма то, о чем я вам говорил. У Шторма появляется Бладстоун, и у Бладстоуна просто теряются заряды постепенно. Еще одна смерть, и там будет 3 заряда. И потом будет плохо вообще. Шторму очень плохо. Мана реген никакой. Нахрена, спрашивается, Бладстоун нужен был вообще? У антимага Манта Стайл, Батл Фьюри. Ну, маловато. На 29-й минуте точно маловато. Ну, вы видите, 15000 за 30 сыгранных минут. Но это не ГПМ, это, конечно, позор. Тут у всех, по-моему, беда по ГПМу. Да, 553 всего у Кфени. Та же история у QO. Ну, а дальше 466. Ну, на 30-й минуте это, конечно, печаль полнейшая. Даже в пабах иногда ребята помощнее себя ведут в вопросах фарма. 240 крипов, ну, да, сомнительная перспектива. В любом случае, перефармливает у нас Кфени всех на карте своих оппонентов. Ну и сражается за первое место с QO. Экзорцизм, проюзали MVP, готовы выйти на Рошана. Должны об этом знать FiveEva. Летит уже сюда Void. У Void хроносфера через секунду. Ульта аппарата уже сюда пошла. С
цепляет у нас ульта аппарата антимага, цепляет QO. Врывается Бэтрайдер, увозит на ветра у нас, на хайграунд, точнее, Фэби. Хроносфера в никого вообще, летает в этой хроносфере несчастный Воид. Шторм украла Эгис, мы это видели, какой хитрозадый Шторм. Чибикс теряет Эгис здесь же на месте, ну должен отсюда уходить. Надо просто успеть его загрить, нет, не успевает загрить, уходит команда 5-Eva. В итоге драка непонятно вообще каким образом закончилась и в чью пользу. Воид пока что здесь очень сильно по хп сыпется, ну бэктрек и бежать. Бэктрек, я имею в виду бэктрек, действительно, бэктрек я не оговорился. Ну а так-то на таймволке ушел Миракл. На лоу хп Дезвард пошел у нас от Наца. Забрали в итоге Миракла. Чибикс очень сильно дамажит антимага. Ульта есть, можно попытаться хотя бы в кого-то ультануть. Но опять у нас Квенни просто из файта выходит. Но антимаг не хочет драться. 3-2 уже, тысячу лет у него такой КДА. Развернулся к Фене. Бэтрайдер через 4 секунды лассо. Надо вообще отсюда бежать. Перед смертью ультанул у нас шторма. Шторма развалил, ну и сам умер. В любом случае антимаг больше здесь заработал, чем шторм. Ну и экспириенс, в отличие от Чибикса, получил. Опять 6 зарядов в Бладстоуне. Ну да, просто-напросто не везет в файтах шторму. Ульта пошла, по-моему, на топ. Ну да, Фэби, если ловит ульту, можно врываться сразу. Моментально врывается у нас Faceless Void. Развалился Фэби за секунду. БКБ, мом, даже не надо ничего выдумывать. Марш гонит дальше Вайда. Хроносфера через секунду, можно, в принципе, и с Маршем на равных подраться. Правда, QO недалеко. У QO уже появляется Шивас Гвард, еще 1500 сверху на руках. У Вайда после Аганима и БКБ немного по золоту. Сайленс пошел по Вайду, наверное, уходит отсюда. Тут бэктрек в помощь. Неужели будет врываться Войд? Ждем. Ждем, верим, надеемся. Так, что у антимага? 800 на руках, ну ривер есть, готовится выход в Тараску. У кого? У шторма появляется уже оркид, есть Бладстоун. Ну, по мане не сильно, конечно, проседает шторм, все, в общем-то, в порядке, и манореген хороший. Но Бладстоун берется с единственной целью. Ну, с двумя, пускай, целями, но мейн цель это устроивать крутейший манореген, устраивать. По факту, когда у тебя 6 зарядов, ты попросту носишь с собой дополнительный хп, дополнительный МП какой-то, пул, и все. Реген кривой. Если меньше 8, то, конечно, это провал полнейший. Бладстоун не для этих целей покупается. Ну, возможно, Чибикс, опять же, удачно в файте посмотрит, как убивают пятерых, или сам поучаствует, и все станет на свои места. У антимага что-то летит уже. Да, уже готовая Тараска у нас для Квенни. Надо перемещаться на топ и устраивать масс-файт. Публика требует крови. QO с экзорцизмом. Надо ловить кого-нибудь, надо как-то врываться. И потому что если врывается Faceless Void, ну это уже минус. Один, минус два. Поймали у нас QO, врывается Бэтрайдер на БКБ. QO пока живет, переживает. В принципе, всего достаточно. Марч стоит у нас в хроносфере. Void, трипл килл у нас от Квенни. Просто мановоид один и развалил сразу троих. Сейчас мы повтор с вами посмотрим. Ультра килл у нас от Квенни. Ну, наконец-то понятно, зачем и куда вообще антимаг у нас собирался. Так, все, драка у нас потихонечку заглохла. Давайте смотреть реплей, мы можем себе это позволить. Где этот сумасшедший мановоид? Все, просто привязываемся к антимагу. Ну. Отправляется Квенни у нас в файт. Режет. В одного Чибикса ульта. И, по-моему, все здесь всех разнесло. Да, трипл килл от одного мановоида. Но это, конечно, интересно. В итоге команда MVP отправляется на топ лейн. Мешать им попросту некому. Чибикс влетит, Чибикс вылетит.
Ульта по двоим. Кфини поймал ульту. Поймал, кстати, ульту и Акс. Врывается Чибикс. Чибикс отсюда уходит. Не проседает по хп антимаг. Никаких проблем у него нет. 23 левел. 2700 по хп. Вообще не чувствует ни ульты, ни врывов от Чибикса. Побежал Faceless Void. Хроносфера уже есть. Хроносфера по QO. У QO нет экзорцизма, но здесь Шивас Гвард. Тут надо под БКБ бить QO. Потому что Шивас Гвард сейчас все вообще поменяет в файте. Ну, в итоге, конечно, QO умирает. Опять же, не в соло. Faceless Void соло у нас не забирает баншу. Даже удивительно. 27-30. По факту за одну баншу. 1500 по золоту. Еще и 600 потеряли MVP. Сейчас графики немного вниз качнутся, а по факту MVP, конечно, выигрывают достаточно. Последние минуты показали, что драться они способны посерьезней. Там даже если бы не этот крутейший мановоид от антимага с руки, наверняка иллюзиями заковырял бы. Антимагу пора уже выходить в баттерфляй. Как читаю игру, ай-яй-яй. Талисман of Evasion появляется у нас у Кфени. До баттерфляя осталось так, где-то 1200-1300. Две 200 на руках у Войда. Артефактов новых не появляется. 8-5 идет Faceless Void. Ну, как не ворвется куда-то постоянно. Что-то неприятности с ним какие-то происходят. У антимага дела намного лучше. Вы видите, у Войда 15 тысяч, у антимага 22. На 7 тысяч перефарм это вообще полтора слота. Это очень много. Два кор-героя и в соло, наверное, Войд ничего антимагу не рассказывает толком. Тут и по дефу достаточно 16, ну, Войда 18, ну... Войда и хп меньше. Антимага 2700 хп. Манта стайл, который разрежет Войда пополам. Уже практически готовый баттерфляй. Ну а дальше, я думаю, будет Abyssal Blade. И контроль над Войдом будет обретен. Ну, 5-5 немного подсели. Сложно, собственно, так... плотно по щам получать и умудряться какой-то экшен еще устраивать на карте. Там, я думаю, деморализовал их мановой тот Кфени очень сильно. Сели сейчас, думают, зачем это все, кому это все надо. Нет, конечно, надо. Надо собираться и надо как-то отыгрываться. Потому что 5-5 теряют лицо. Miracle со своими ребятами не выступил подобающим образом. Я уверен, что ожидали от них... посерьезнее результатов. Тут в одном чате чего стоит комментарий, как Miracle не играет постоянно. Miracle, Miracle. Супер, супер. А по факту Miracle со своей командой просто-напросто 5 человек. Не больше, конечно. Игры какой-то командной не нарисовалось. Но опять же, как по мне. Больше как-то на строте, завязанной на нестандартных персонажах. Та же Лина от Миракла в лес и фармить. Потом выходит и терпит какие-то мид-герои более-менее интересные. Ну, а по факту ничего такого, за что глазом можно было бы зацепиться. Кфени разваливает. У нас тауэр внизу. Уже 5600 на руках. Можно покупать баттерфляй. Собирается на байбек себя оставлять антимаг. Правильно делает. Файты у нас затяжные, гоняются за QO по полчаса. Можно будет 15 раз выкупиться и 16 раз прилететь в драку. На Рошана отправляются, вот теперь можно будет забыть про байбек, сразу же покупать себе баттерфляй. Не тратят экзорцизм, ульта аппарата. Кфени зацепит, Матша тоже цепляет. Ульта пошла от QO. QO говорит, мол, врывайтесь, я вас жду. Ну, все от Бэтрайдера здесь зависит. Он главный у нас врыватель. QO просто стоит в соло против Рошана, сражается и сложно даже подлететь. Ну что, Бэтрайдер готов врываться. Врываются на QO. Хроносфера пошла. Как сильно горит команда 5-5 от экзорцизма. Вот о чем я говорил. Будут стоять все в хроносфере, будут стоять и умирать. Минус 4. Минус 4, все живы, практически все фуловые. Ворвались на Death Prophet. И стоят, гибнут. Гниют, но стоят в хроносфере. Кому это было нужно, непонятно. Видели, прекрасно видели, что там экзорцизм.
включен, что там есть Тараска, знает, что там есть Шива, и все равно прет Файфева. Ну, может быть, вариантов не видели других. Либо здесь, либо никак. Ну, по сути, никак. Падает постепенно нижний лайн у нас для MVP Феникс. Я даже не смотрел, кто там кого сильно, кто сколько наубивал. Ну, я думаю, Квапа в любом случае дэмэджа внесла огромнейшее количество. Так, 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 куда у нас? Что Квинни себе позволяет? Квинни залетает у нас уже на вражеский спот под фонтаном. Дерется Квинни, не чувствует фонтан. Высвапывает его. Ну, пижонов никто не любит ни в каком виде спорта, даже в киберспорте. Доигрался антимаг. Кучу, по-моему, денег подарил своим оппонентам. Если за это команда 5FV накажет своих оппонентов, я буду, честно говоря, очень счастлив. Хексе у нас очень быстрый, но все-таки Хексе бегает Faceless Void. Наса должны цеплять. Crimson Guard проюзал Марч. Марша тоже можно цеплять. Уже минус 3. Нет кор-героев. Единственный Кион. У Кио без экзорцизма. Он вообще ничего не стоит без экзорцизма. Марш ходит на себя. Агрит горит. Faceless Void пошел гнать. Надо ловить их всех. За этот мув от Квинни надо наказывать. Это просто бальзам на мою комментаторскую душу. Это было великолепно. Отправился у нас под фонтан Квинни. Огреб там два раза, потерял Эгис, слил всю команду. Просто идти и сносить к чертовой бабушке вообще всю команду MVP. Ну, это опять же по моему личному убеждению. Решили поиграть в доту, выиграли доту. Квинни сейчас всю доту прошел. Зашел под фонтан. Ну, чуть-чуть главного босса в виде фонтана не убил. Ладно, главное что? Главное, что появляется постепенно МКБ у нас у Faceless Вайда. Есть БКБ, надо просто как-то юзать его в файтах, не бегать в хексе по собственной хроносфере. Чуть-чуть остается до второго Джевелина и готов будет Monkey King Bar. Да, конечно, снесены бараки на топе и один рынжевой барак стоит на нижнем лайне. Мид стоит, в любом случае, пока стоит хотя бы один барак, можно сражаться. Тем более Void. Void в лейте должен очень быстро разговаривать со всеми героями и очень быстро разговаривать с Таурами вместе с Троном. Ну и опять же, Чибикс тоже здесь не промах по фарму и по дэмэджу всего предостаточно. Да, здесь ДД. Ну, если убрать ДД, у Чибикса относительно все неплохо. И дэмэдж, конечно же, не с руки у нас наносится по героям. Больше от скиллов и от пассивки. Ну, по фарму видим, что Чибикс уже догнал у нас Death Profit. Там небольшая разница, где-то в 600 по голде, по... Фарму, конечно, на первом месте до сих пор антимаг, но еще пару таких мувов. И вот такой мув, кстати, от Вайда. Посмотрим, как антимаг теперь себя будет вести в хроносфере. Странно, можно было сносить одну линию, сносить вторую линию и просто-напросто заканчивать игру. Ну, решили MVP попижонить, допижонились. Команда 5FV в своем лесу, ну... Далековато, честно говоря, от базы. Тут можно просто под смоком, кстати, под смоком и заходят. Квинни мало, Квинни решил, ну, позволяет себе, может себе, точнее, позволить забирать бараки, даже через Backdoor Protection, в общем-то, дэмэджа у антимага предостаточно. Скорость атаки тоже огромная, 4200 у антимага на руках, 25-й левел. Что вообще там по левелам? 24-й у нас Чибикс, Кио на 22-м, ну и дальше уже 21 и ниже. Ну что, готова у нас драка. Врывается Бэтрайдер у нас в Кио, Кио разультился, пошла ульта от аппарата. Кио сильно проседает по хп. Где Void? Void до сих пор бегает по сайленсам. Сначала сайленс, потом у Вайда хекс. Байбека не имеется. Ну, собственно, теперь драться смысла никакого. Ну что, здесь Кио, конечно. Просто какой-то атомный реактор. К нему невозможно подойти. В прошлый раз на Рошане мы видели, чем это закончилось. Ну и биться против него тоже вариантов нет, потому что много хп. Много дефа за счет Шивас Гвард, плюс много чего и вейдится. Ну что, поздравляем
команду MVP с победой в данном матче. У нас серия Best of 2, не забывайте. Это Joint Dota MLG Pro League, первый сезон, азиатский дивизион. У нас на повестке еще 5 крутых азиатских матчей, только топ-коллективы азиатской группы. Сначала MVP Phoenix доиграют вторую игру, потом Invasion будут, они на втором месте. И потом третье место команда Rave будет сражаться против 5EVA опять. Ладно, все, пока не переключаемся. Не забывайте заходить в группу и подписываться ВКонтакте. Не забывайте фоллоу нажимать на Твиче. Все, услышимся через пару минут. Не переключайтесь.